Целью журнала является совершенствование методики преподавания казахского языка как иностранного, оказание методической помощи преподавателям, методистам, информирование о проводимых мероприятиях по развитию государственной языковой политики в регионе. Казахстан Республикасы президенты Касым-Жомарт Кемелұлы Токаев. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает укреплять статус казахского языка. Казахский должен стать языком межнационального общения, но для этого необходимо усердно трудиться. Еще одним направлением языковой политики является преподавание языка. Мы можем сказать, что этот журнал полезен для языковедов, для специалистов, изучающих язык. На презентацию журнала были приглашены представители интеллигенции, лингвисты, методисты и учителя. Журналдың мазмұнында негізінен. В содержание журнала включены исследования языковой ситуации, терминологии и анамнистики географических названий. Добавлена новая рубрика под названием «Кокше каламгерлері». Будут изданы произведения кокшетауских писателей и молодых писателей. Журнал «Тіл руханият өзегі» вышел тиражом в 100 экземпляров. Издание, которое будет публиковаться ежеквартально, бесплатно пополнит полки языковых центров региона. Айгерим Сулейменова, Макпал Айбабина, Павел Соловьев, Кокше Акпарат.